Парни, всем добрый день. Прогреваю сейчас автомобиль и еду на авторынок город Иркутск. Покажу вам все машинки, состояние машин и, конечно же, цены. Так, ребятки, ну все, я приехал, за моей спиной Фортуна. Как обещал, буду вам показывать все. Как мы видим, ряды уже автомобилей все меньше и меньше редеет. Сейчас все покажу вам. Я думаю, многие узнают это место. Сейчас все вам подробно покажу и расскажу. Месяц назад, даже недели две назад, было все иначе. Сейчас вообще машины практически не осталось. Так, ребятки, вот сразу первая машинка. Honda CR-V, 2006 год, 2 литра, 4 ВД, сигнализация, зимняя резина, отличное техническое состояние, 920 тысяч рублей. Такая вот машинешечка. Машина местная, скорее всего. Ну, сейчас обойдемся быстренько, пойдем посмотрим. И будем уже подробно выискивать машины. Кстати, вот Nissan-чик даже старенький такой есть. Toyota Viz, 2009 год, литр. АКП 25 ПТС, цена 615 тысяч рублей. Вот такая вот машинёшечка. Даже не моют. Люди работают. Даже не моют, просто пригнали. На 125 номерах. Вот так вот. Идем дальше. Ну, всеми любимая уже CR-V. Honda CR-V. Сразу переходим к ценникам. 455 тысяч рублей, 2000 год. Да, ребятки, ну, крашеная вся по кругу, понятное дело. Проблематичные места тут, вот, на герметик прям приклеено. Прям вон шпаклевочка, видно, лезет. Вот такие вот цены на автомобили. Машина тоже местная, 38 регион. Здесь вот прям видно, как даже никто не старался, просто на герметик вот шпаклевка. Проблематичные места у машины. Nissan X-Trail, да, сейчас. Харек обязательно сейчас заснимет. X-Trail-чик, прям видно, вот шпаклевочка здесь прям, прям видно, ребята. Прям вот делано. Вот такая вот цена. Ужас вообще. Просто из шпаклевки вот этот угол сделанный. Пластиковые крылья, кто не знает. То есть, смотрите, вот выпиливали все здесь. Болгарочка подровняли. Ни одного зазора нету. Китайское стекло лобовое. Ну ладно. На крыше вот так вот люк. Даже смотреть не хочу. Всеми любимый Toyota Harrier. 2.2, 5S мотор, 4 ВД, цена 625 тысяч рублей. По-моему, он уже тут стоит давно, я уже его даже подснимал на свой ТикТок. Да, вот такая вот, ребята. Это город Иркутск, напоминаю. По кузову такие скольчики есть. Но глобального ничего такого не вижу по кузову. Самое главное, машина хоть не гнилая. Но 2.2, такие жизненные косячки у него. Такие вот косячки. Ну, а никто... вот у него ценник такой низкий из-за этого. Да я бы не сказал, что низкий, тут вообще грыжа. Вот здесь вот грыжа радиально. Ё-моё, ужас. Я почему-то в первую очередь, ребятки, проверяю машину, это смотрю на арки. Здесь вот видите, молдинга не хватает, здесь вот так вот сделали. Тут он шпакли. Вот так вот, тут запаска вообще стоит. Такие вот, кстати, вот месяц назад, буквально месяц назад, на этом рынке, то есть для машины места вообще было тяжело найти. Сейчас, как вы видите, достаточно. Это не какие-то там проезды, ничего. Вот, то есть, вот дорога, вот ряды вот так идут. И все, вот здесь вот всегда стояли машины, всегда. Сейчас сами видите, что происходит. Вот так вот. И, кстати, много беспробежек было, а сейчас вот всякие разные машины. Уже даже местные, не местные много, а раньше много беспробежек было. Да...
машины все уже перекупщики просто забирают отсюда. Скорее всего, аренда большая осталась, а машины тупо никто не покупает из-за цены. Вот так и происходит. Пустые ряды. Пойдем сейчас Suzuki Jimny заснимем. Люфтовую. Ну, здесь раньше, ребятки, грузовики прям рядами стояли. Сейчас вот остался один и второй. Все. Больше грузовичков нету. Но они стоят уже. Тут, этот тут стоит уже здесь около года точно. Тут, наверное, еще больше. Тупо народ забирает все свои машины отсюда. И, скорее всего, просто тупо продают на дроме. Потому что здесь надо аренду платить. Люди сюда уже не приходят, не приезжают. Там дальше постоянно были без пробежки. Постоянно стояли машины. Сейчас очень мало. Очень мало. Буквально месяц назад я здесь был. Пройти негде было. А сейчас вот так вот. Так, ребятки, покажу вам вот такого вот приуса. Думаю, тоже интересно будет. Приус. 16 год, 1.8, 75 тысяч пробегу. Цена договорная, цена не указана. Если увеличите, посмотрите номер телефона, позвоните, кому интересно будет. Так вот. Кстати, ребятки, очень много было вот таких машинок. Маленьких гикаров стояло. Suzuki. 500 тысяч рублей, пожалуйста. 11 год. Сейчас очень мало их осталось. Так, Хондочка. Хонда всем нравится. Так вот. Так, 10-й год, полторашка. 4 аукцион. 890 тысяч рублей, пожалуйста. Такая вот машинка. С пробежка. Очень мало машин, ребят, стало. Очень мало. Toyota Wish. Сейчас покажу вам ее. 11 год, 1 280 000. Видите, там уже и синим маркером писали, и уже красным пишут. Цена, видимо, каждый день меняется. Вот переписывают цену. Уже машины такие пыльные, никто их не обтирает, видимо. Проблематично все-таки становится. Машина прям цельненькая, вся шагренькая. Все, прям отсюда даже вижу. Тут что-то у нее есть. Полировали. Так вот. А вот видишь, в старом кузове. В старом кузове, видишь. 1 000 000. 8-й год, 1.8. Пробег 90, аукцион 4 балла. 990 тысяч рублей. Такая вот, короче, ребята, картина у нас в Иркутске на сегодняшний день. Вот эту машину полировали. Дверь вторичный окрас. Видите, как работает. Было очень много машин, сейчас вообще практически их нет. Вот это тоже автобус стоит уже хер знает сколько. Уже он бампером покрасили прямо здесь, наверное. Механика без пробега, аукцион. Только кредит, обмен. Вот такой вот у нас есть марш 10-го года. Местный, на номерах уже. Весь целый. Пробег 113 тысяч. Ценник не указан. Nissan Qashqai. 190 регион. Так, сейчас ценник вам сейчас сразу покажу. 860 тысяч. 8 год. 2 литра, 3 хозяина. Тоже вся машина грязная. Никто уже ее не обмывает, не вытирает. Хотя они раньше были вообще все нализанные, намытые. 850 тысяч. ВИЦ 1.3. 11 год. Тоже без пробежка. Ну да, целенький такой, хорошенький. Ну просто кто за такие деньги будет ли их покупать, вот это вот мне маленечко неизвестно, непонятно. Ну, здесь зазор что-то у него прям так себе. Вот так весь целый, хороший. Тоже ВИЦ уже 17-й год. 915. Ну, всеми любимая машина, тоже народная машина такая, вот Филдер в этом кузове. Тоже завоевал много сердец. Так, 11-й год, 12 месяцев. Так. И ничего больше не написано. Просто
запомнился номер телефона. Тоже без пробежка. Ну хоть самолеты у нас летают еще. Не запретили. Без пробежка. Целенький, хорошенький. Ну и как же без таких машин? Пожалуйста, вот смотрите, да? Собрали по-быстренькому. Цены даже нет. Ну так себе вообще. Уставший. Подожди. Так что, ребятки, вообще проблема с машинами конкретно. Просто вот рынок Фортуна. Скоро здесь, мне кажется, просто будет большая-большая парковка. Вот так вот. Зашли в кафе, где раньше было постоянно много народа. Там внутри, конечно, сидят люди, отдыхают. А здесь на солнышке тоже раньше, помню. Мы сейчас здесь вдвоем вот кофеечек взяли. На рынке тишина, но народ потихонечку ходит, смотрит, приценивается все равно. Вот так вот. Сейчас пойдем дальше снимать. Такой еще Prius в таком цвете интересным. Не знаю, камера, конечно, передаст, не передаст. Но цвет, конечно, у него бомба. Что-то еще не успели ничего на нем написать. Видимо, только пригнали. Такая вот машинешка. Многие писали про этого крауда. Ребятки, смотрите, как он стоит. А значит, сейчас я вам покажу его цену. Это значит, он давно стоит. 2002 год, 650 тысяч рублей. Ну и вот моя дели. Ну, у тебя точно такая же машина? Нет, дели напополам. Ага. Сколько моя стоит, слышишь? Honda CR-V. Вот я прям сдалека шел и вижу, что здесь вот прям вот свеже покрашенное, вот так вот, да? И прям вот, не знаю, камера передаст, не передаст. То есть это шпакля здесь все. Вон саморез. Где? Вон он саморез. Ай, блядь, это вообще пиздец, конечно. Извиняюсь, короче, ребята, если звук будет плохо писать. 1,045,000. 1,045,000, 9-й год. Охуеть. Просто охуеть. О, блядь, вообще. По жопе она получала хорошо. Знатно прям. Subaru Forester вот такой еще есть. Такой нечешный, кстати. 1,100,000. 10-й год. 1,100,000. Ну неплохой, кстати, да, неплохой форик. Ну конечно, надо детально рассматривать. Скажите, что, блять, никуда не посмотрел. Так, парни, вот Kia Rio стоит. Сейчас сразу к цене перейдем, а потом я быстренько бегло ее посмотрю. Не продается. Видите, что? Просто не продается. Вот так вот. RAV4. Сейчас ценник вам покажу. Видите, сначала было 777, сейчас 877. 5-й год. Тупо маркером корректируют цену. И пытаются как-то заработать на этом денег. Вот так вот, ребята. Такие нынешние реалии. Сука. К сожалению. Стараюсь, обещал, кстати, не материться, но пока нет такой возможности. Так, парни, две королки. Вот Королла 120, европейка леворукая. Цена 700 тысяч рублей, 2006 год, 1,6. У меня когда-то такая тоже была давным-давно. Сейчас я вам ее покажу быстренько. Здесь сразу на переднем крыле вижу кучу шпаклевки. Куча. Камера не передает, но у меня нет прибора, конечно, с собой. Ну, блять, это вообще понятно, вся крашеная, не крашеная.
арка вот здесь вот вылеплена, шпаклевки. Здесь кольчики он замазаны. Тут он, следы прям от крупной наждачки прям видно. Да. Арка тоже вот вылеплена. Такие следы у вас, сколы будут. Ну, сильно руками трогать не буду, конечно, машину. Но китайское лобовое стекло. За 700 тысяч рублей вы получаете вот такую на китайских фарах, которая по зазорам не стреляет вообще. А китайский бампер, понятно. Так, ребята, вот эта находка полностью. Я даже эту машину ремонтировал. В ТикТоке видел, есть 269 тысяч, цена 99 год. Она полностью заколхоженная вся. Вот я ее прям помню, вот эти 332 номера. Я на ней что-то диски менял. Да, вот это диски новые, тормозные. Даже покажу. Блять, не видно. Диски менял, короче. Ну, вся шпакля там на защите. Защита бака вот самодельная. Да, это она и есть. Я ее прям ремонтировал, прям помню. Короче, ребят, ну, ее даже показывать не буду. Это кусок говна. Pajero Sport. 2200 цена. 15-й год. Один хозяин. Ну, пока что бампер подкрашивался. Бамперок подкрашивался. Ну, такой ничего. Ну, цена у него, конечно, ужас вообще. На коже. Зимняя резина. Местная машина. Toyota Ipsum. 2.4. Без окрасов. Сигнализация. Отличное состояние. Цена договорная. Там крашеный. Сейчас посмотрим. Почему-то вот задние арки всегда смотрю на этих машинах. Да он облитый, свежий, да? Бампер задний. Ну да, нормальный. Лоб даже оригинал. Цена договорная. Toyota Camry. 16 год. 2.80. Угу. Белый салон светлый. Ничёшная такая, только капот как-то утопленный сильно вниз. Сузуки сразу SX4. 988 тысяч, 13 год. На цены улетели куда-то вообще там за грани фантастики. Просто за грани фантастики цены. Вот это зашпаклёванное. Всеми любимая Нива. Комплектация оффроуд. А ценник что-то. Ценник 750. Ну, на закрытый. На. За Ниву уже, блядь, цены вообще перевалили куда-то. Хер знает куда. Так, Land Cruiser Prado, 120 кузов, 7-й год, 1 770 000, 4 литра, хакапелита стертая, 8-я, ну она и стертая хорошо держит. Вот такая вот машинка, я почему-то сразу на задние арки внимание обращаю, когда-то давно подкрашивался арки, подготавливали к продаже машину. Облупляется уже. Ну, а здесь у них проблема от скола, а потом это начинает все ржаветь. Подножка оторвана сзади. Черный салон кожаный. Это
мелочи жизни. Ну, номер рамы хоть читается нормально. Подвеска, кстати, тоже. Пружины новые стоят. Ну, занимались машинкой. Только бампер немножко болтается, тут краска отошла. Ну, скажут, что года. Вон крузер 200. Сейчас я вам покажу цену, вы все охуеете просто. А почему цена? 20-й год, 9800. А, 9800. А ты что думал? 980. Да. Ну что, 20-й год, я думаю, ну не должен он быть гнилым-то. А целый хороший. Целенький, хорошенький. Даже бампер родной краски. Да. Ну, неплохой, конечно. Ну, что ему 2 года, блин. Вот еще один сразу 200-й стоит. За пятачок. 14-й год. За пятак. Ладно, сильно не буду показывать. Тут на меня косятся уже. Граждане продавцы. Будут ругаться. Так на меня тут они уже ворчат. Резина стоит не по направлению. О, видите, как вчера подкрашивали кузов полностью, здесь все освежили. Все болты освежили. Вот так вот. Крузак 100-й. Один собственник. Торг, кредит, обмен. Цена не указана. Накрашены. Прям крыло видно. Прям вот шагрень такая вот конкретная. Тут тоже бок весь крашен одним мастером. С охуительной шагренью. Вообще с ужасной. Тут даже краски у них не хватило. Прям эта апельсиновая корка пошла. Ну ладно, это года, года. Самое интересное, я думаю, здесь. Да, вон оно. Все это замазано. Все пошло по ржавчину, все покрасили. Здесь вот дырочка такая. Ну, я представляю, какой у него ценник. Космос. Идем дальше. Toyota Fielder. 25 ПТС. 675 тысяч рублей. 5-й год. Еще курить. Да. Жутко, конечно, все это. Ну, страшно, как бы ничего такого нет. Начинают рыжики появляться уже. Такие вот цены. Вот Nissan. Ведро ведром. Прям отсюда вижу, что пороги миненные у него. Сейчас покажу ценник. И шпакля вот на крылышке. 97 год, 2.4, АКП, 4ВД, цена 345 тысяч рублей. Что, ребятки, смотрите сами. Ой, блядь, пороги вообще полностью переваренные, арки 100% переварены, потому что, вы знаете, даже, ну, это арка 100%, да, вот неродная арка, тут все закрашено, замазано. Но дверь даже, смотрите, как, то есть, как вам показать-то? То есть вот такая вот щель. Арку сделали, но не по форме двери. Ой, бля, жестко, жестко, конечно, все это. Нынешняя реальность. Но здесь постарались арку выгнуть. Все замазано обильным толстым слоем. Тут вон металл какой-то. Но здесь соединение. Вот так вот арка менялась. Вот так. Так, ребятки, ну и на этом мы будем заканчивать свой обзор. Это, напоминаю, это был город Иркутск.